Пиздец! Пиздец! 3 сантиметра отлетело! Ярик, пиздец! Даже не 3, тут почти все 5 отлетело. Почти 5 сантиметров отлетело. Я с этой линейкой еще в универ гонял. Как теперь письку-то мерить? Тут всего 16 сантиметров осталось. Ё-моё! Всем привет, с вами Фрост, и особенно всем привет, кто у нас скоро сдает экзамены ОГЭ, ЕГЭ и все дела. Ну, это, конечно, не все экзамены, но это самые популярные экзамены, потому что сегодня мы с вами будем играть в игрушку под названием Балди. Понятненько? Ясненько. Поэтому сегодня мы с вами будем учиться списывать ЕГЭ, хотя хер знает, чем мы сегодня будем учиться. Но этот пиздюк будет гоняться за нами с линейкой, чтобы отшлепать нас, наверное, не знаю. Я специально оделся попрезентабельнее, типа, это как будто я на экзамен пришел. Ну, примерно так я их гонял на экзамене ЕГЭ. На ОГЭ вообще не помню, это хер знает когда вообще было, мы вообще не запаривались. Половина класса списала, половина... Половину не дебилы и смогли решать сами. В принципе, мне вот лично по ЕГЭ, ну, тоже фигня была, но почему-то я начал разговаривать по ОГЭ. Тогда у нас что это называлось, не ОГЭ, что это называлось, как у нас как называлось, что-то по-другому называлось как-то. Я уж даже не помню, как это раньше называлось, но у нас попалась какая-то новенькая такая училка, у нас там, короче, она ей принесли ответы, но она такая, бляха, не, сами справиться. Ну, я справился сам, там один, пару человек что-то аж плакать начали, что они не справятся и все херня. Я еще тогда даже сдавал не все по тестам. Я помню биологию, я учил 40 билетов. Вы понимаете, насколько вам вообще везет с этими ОГЭ, ЕГЭ по тестам? Я задрался учить эти 40 билетов. Билеты жестче были намного, чем эти тесты. Тесты для дебилов вообще. Шо ОГЭ, шо ЕГЭ. Вот по билетам это реально жестко. Вот это жестко. Ну, пожестче, по крайней мере. Если ты не дебил, по билетам тоже не так уж сложно. Особенно, если у тебя рука фартовая. Если хороший билетик умеешь тянуть, то вообще вся фигня. Но ЕГЭ, в принципе, такая же херня, только главное это не париться. Чем меньше ты переживаешь, тем лучше у тебя результаты. Как правило, прям чем меньше ты паришься, тем лучше у тебя все получается. В общем, если вдруг вы эти самые счастливчики, которые сдают в этом году всякие такие вот тесты, то удачи вам, ребят. Я уже это давно сдал все. А сегодня мы с вами играем в Балди! Я конкретно размялся и взял линейку. Continue. Welcome to Balding Basics. Здорово, носатый пидор! That's me! Да нах! Не, ну а чё он меня так залупается? Посмотрите на это, как мне это можно спокойно смотреть? Вообще, я не понимаю, смотрите. А у него от линейки ещё покороче, там 13 сантиметров максимум наберется-то. А ему, куда ему и так-то? Куда ему? Вот такого огрызочка ему и то хватит там. Хлопать хватит ему. Так, это у нас математик, короче, похож на вашего математика? Не завидуй, она на меня уже смотрит такой, ну, блядь, я пришел тебя, гандоши, чё ты надо мной издеваешься? Да все, стартуем, давай. Давай. О, здорово! Я твой учитель математики, а еще я буду учить тебя, как правильно писать ЕГЭ! Вы доверяете этому? Посмотрите в его честные и добрые глаза. Как ему можно не доверять? Он, конечно, покажет нам, как нужно правильно сдать ЕГЭ, чтобы набрать максимальное количество баллов по математике. Пошел в жопу, ты понял? Я от тебя убегу! Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от внучки их ушел, от Слендера ушел, и от тебя с ЕГЭ тоже нахер уйду, ты понял? Все, будем убегать с ЕГЭ. Короче, смотри, я знаю, что ты тупой, но я думаю, ты справишься с этим вопросом. Смотри, есть 6 плюс 8. Как тебе получше объяснить? Я знаю, что ты дубина. Смотри, у тебя есть 6 яблок. К ним добавили еще 3 слона, а потом еще прибавили 5 яблок. Сколько медведей получилось, блядь, твою мать? Я не понимаю, как можно быть таким тупым? Неужели ты не можешь мне сказать, какая масса медведя, который посрал этими яблоками? Это же элементарно. Ну, это же элементарно, Ватсон. Он весит ровно 14 грамм. О, нифига себе, я думал, ты, бляха, не справишься. Теперь другой вопрос. Давай, так, у нас есть 3 медведя, 2 собаки. Сколько будет масса Плутона, если не открывать справочник, после того, как на них заселилось 300 медведей плюсом? Давай, я знаю, ты справишься. Ага, 5 центнеров.
А, я уж не думал, ты что справишься. Я ж ты знал, что ты такой тупой. Давай ко мне на факультативы ходить. Так, смотри, теперь мы имеем 3 муравья и 6 грамм спайсухи, которые они употребили. Сколько они будут находиться под спайсами? 3. Просто 3. Не знаю, чего. 3, придумайте сами. Такой, класс, я тоже как муравей, только дольше нахожусь. Прекрасно, давай ко мне. У меня для тебя есть пени. Кликни на него, и ты возьмешь его. А я кликну на тебя и возьму тебя. Иди нахуй, пидр, бля. Охеренная музыка, я просто получаю чистый кайф. Кайф, кстати, правило школы. Не бегать, не жрать, не заходить в факультатив, не бухать, не эскейпинг, не убегать, короче. Еще какая-то херня. Так, что такие? Так, опять ты, дебил, давай, 5 минус 6, твою мать. Сколько будет? Ну, минус 1 будет, типа, вот, на. Ни хрена себе, оказывается, ты умеешь ставить минус перед цифрами. Я думал, такой тупой, что ты даже не сможешь дать 2 плюс 2. На тебе 4 плюс 6. Давай, 4 плюс 6, ну 10, давай. Ярик, ну все, пиздец тебе, я задаю тебе нормальный. Ёб твою мать. Ёб твою мать! Это задание С3. Как я вижу задание на ЕГЭ, С3. Ну, обычно так выглядит С6, С5, но... Тут написано Q3. Это, видимо, аналог нашего С3. Ну, я вам скажу... Блядь, надо... Это то чувство, когда ты не смог пройти тест на робота на ЕГЭ. А можно 50 на 50, помощь другу, что-нибудь, пожалуйста? Пиздец! Он разозлился. Пожалуйста, не ругайтесь, я выучу домашнюю работу. Где этот ублюдок? Блять! А может не надо? Может мы с тобой договоримся? Может... Не, плохая идея. Я был прежним учеником, текаем с городу нахер вообще. Чё? Текаем с городу. Пиздец, ты что за ярик такой? Чё? You have the... Your parents will hear about this one. Ярик, ты чё думаешь, я съеду тут? Сухо. Здесь сухо. Определенно здесь сухо, в этой комнате очень сухо. Ярик, ты кай с городу, бегаешь ли пока... Да ты туда нахер, я не бегал! А я не могу бегать, только пока он следит. Ключи! Бежим, я же могу здесь бегать. Ключики, я стекнул ключики. Так, сколфа, факультатив, он. Бля, Ярик догоняет, Ярик. Я взял ключ... Чё за говно? Ярик, быстрее надо решить все примеры. Нам нужно решить 7 примеров. Так, 3 плюс 5, 8, окей. 2 минус 2, 0, окей. Мазафака какая-то сраная. Все, текай с городу, давай быстрее, Ярик, я обосрался, все. Дайте мне мои 40 баллов по математике, я пойду поступать в ПТУ. Пиздец, Ярик! Ярик, текай! Блядь, тупик! Нет, не тупик, я уж обосрался. Так, ты чё такое? What the fuck, мазафак, это что такое? Это как почтальон какой-то хренов. Что такое? Куда? Ярик, ну ты чё? Факультатив only. Там в проект был не заходить. Факультатив, блях, надо пожрать. Эй, пленка? Что за говно? Можно свалить, ты смотри, прикол какой. Пиздец. Что такое? Шоколадка. Я пожрал шоколадку. О, я не попался, короче, офигеть. Energy Flavored Z Bar. Там какой-то носок грибаный. Чё он делает? Шкафы. Чё это за говно? Нахер! Ну нахер! Ну нахер! Чё за пиздец? Что такое, блядь? Ты чё за блядь?
Вам такого не задавали! Sweep. Whip! I wanna whip! I wanna nene, okay. This is a Billy. Чё за? Говно! Мобилка какая-то. Надо срочно решить все примеры. Так, вау! Так, 0 плюс 7, 7, 2 минус 4, ой, подожди, минус 2, во, бляха, твою мать, ты все, что ли, такие примеры? На кой хер тогда я вообще решаю? Ярик, ты кай с городу, быстро! Это что такое? Бля, ты подожди, ты! Ну ты задрал, я не бегал, ты чё, я по спортзалу бегал, ты идиот, что ли, он сейчас меня отшлёпает. Носок грибаный, тут написано, что он делает. Блять! Ярик, блять! Сука, он меня зажал! Блять, тихо! Блять! Чё это за говно? Кажется, мы не сдали ЕГЭ. Мне кажется, это немного нереалистичный симулятор ЕГЭ, но в принципе, если ты пошел в туалет и тебя этот пидор запалил, то может быть и даже похоже. Любимая тема математиков, короче. 3 минуты до звонка, достаем листочки, ребят, контрольную сейчас по-быстренькому проведем и все. Ярик, блядь, иди нахер меня сейчас! Блядь, иди нахер! Иди в жопу! Слушай, давай договоримся по-братски. А, слушай, я тебе шаурму скручу лучшую в твоей жизни. Ты такой не пробовал никогда, отвечаю, брат, бегать не буду, все. Что за грибаный носок? Чем от меня надо? Так, факультет... Чё-то я обосрался. Чё-то он какой-то охеревший, блин. Спортсмен сам херачит по коридорам, мразь. Хер, это какой длинный класс, мать твою. Короче, мне вообще хлебать вообще. -7. -0. Грибана рама. Слушай, я пробегусь по коридору, он не узнает. Вы не говорите ему, что я пробежался по коридору. Пошел к нам в жопу. Блять, Ярик, иди в жопу, снюща. Ярик, блять. Ты в смысле, ресет, бляха, я не могу бегать вообще ни хера. Так, срал вообще, срал на все. Ярик, ты кай. Пиздец, он быстрее стал. Кому ты быстрее стал двигаться? Чё за херня? Attention! Давай быстрее! Почему так быстро двигается? Вообще срать! 2-2-2-2-2! Двоих себя настал, первый раз даже угадал, что насрать вообще! Давай быстрее, Ярик! Ярик, ты как... Сука, он быстрее стал... Ярик, блядь, ты какой? Спиннер? Чё за хуйня? Ты чё, спидхаками укололся, что ли? Ты хер ли такой быстрый-то стал? Походу он жестко злится, когда я неправильно отвечаю. На чем больше вопросов я неправильно отвечаю, походу он... Либо из-за того, что я много решаю, либо из-за того, что я неправильно отвечаю. Давайте попробуем правильно отвечать. Допустим. Нет, Ярик, пожалуйста, нет. Ну нахер тебя, блядь, тикай! Сука, ну нет, ну пожалуйста, ну како... Ну бля, ну Ярик, блядь, ну сука, он меня сейчас поймает. Wow, that's great! No school faculty only. Иди ты нахер! Иди ты нахер! Что за пиздец? Оу май, что за прекрасный чувак? Это Халк, это автопортрет. Чё? Looks like it's sweeping time. Блять! Что за срать? Ё-моё-ё! Нихера себе! Утонул, нихера себе! Не, братан, уйди, ну пожалуйста! Ну, бля! Ну! Ну ты картошка, мандаложка, мы ничего не проходили, нам ничего не задавали, теле-теле проливали, мы тебя просто разъебали. Ты со Сбили? Здорово, Биль, чё как дела? Ты кто вообще такой? Ты чё там пизданул?
get wrong. Неправильно. Все, что ты делал, было неправильно. Я делаю ошибку, но осознаю, что это было неправильно. Блять, нет никаких... Ярик, тихай на... меня, Ярик, иди в жопу, обоссал я тебя официально. Да хороший ты, нахер, идиот! Сука! Ярик, блядь, тихай! Здорово, как? Уйди нахер, блядь! Ярик, уйди! Уйди, Ярик! Ярик, блядь! Ярик, блядь, уйди! Билли! Билли, блядь! Слушай, где ты здесь? Блядь! Ярик, ну пожалуй! Ну пожалуйста, Ярик, ну нет! Ну... Блядь! Зачем? Ну зачем си... Зачем ты так поступаешь со мной? Пошел. Обоссан будешь, сука. Так, 4. У тебя 4. 8. Плюс. Ну почему плюс-минус нельзя? Равно плюс-минус. Минус. Урон. Не, братан, нихера... Да ты мудила, ты чё, охуел, что ли? Чё, в смысле, чё я сделал-то, уёбок? Looks like it's sweeping time. Нихуя. Нихуя. Нихуя! Иди нахер! Оба, блядь! Нельзя за... Уйди! Ну, Ярик! Detention for you. Иди нахер! Ну, блядь! Идите нахер, ублюдки! Ну, блядь! Идите нахер, дебил, сука! Уроды херовы, блядь! А ты чё здесь мудила? Чё тебе надо вообще от меня? Сука, this is Billy, уёба! Looks like it's sweeping time! I'll take that. Мудила! Обобрал меня, пидор. Он меня сейчас пригрохнет за то, что я сейчас здесь все решу вообще. Просто меня уничтожит нахрен. Ну, конечно! Да нет! Нет, учитель! Я хорошо себя вел! Очень примерный ученик, блядь! Спиннер, иди сам покрути, мудила. Текаем с городу нахер, 6-7! 8 нахер, бляха, бляха, нет, нет, let's play, you wanna play, you wanna know, let's play, нет, 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 спасибо, не надо. Не надо, пожалуйста, не надо, сука, 6-7, блядь. Кусок ты грибаного, ты говна-то, блядь. Wow, let's play, you wanna play, let's play, I wanna play 7-й, на тебе. Обосрался. Я ж 7 ответил, ты, мудила! Две последних двери, а раз! Раз красная книга, и там будет еще голубенькая, голубенькая, все, и я на воле! Ну или не знаю, он почему-то меня все равно убил тогда! Нихера! 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 Обоссал! Обоссал, братишку! Обоссал пока что! Так, 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 последняя, блин, 6! 1! Один же, один, да, три, гуси, га-га-га, 22, дед, пердед, 9, 90, тваливай, варим отсюда нахер. Congratulations, you found all 7 notebooks. Идите нахер, уёбки! Сука, что с нахер? Что такое? Замочек! Замочек, все красное нахер стало! Нихера подобного! Пидор, на! Текаем с городу, блин, я не знаю, куда бежать-то! Что такое? Что такое? Что случилось-то? Где выходы? Все позакрывали, ты прикинь, вообще уроды, что делают-то? Закрыл нахер! Сука! Выход! Ooh!
Отпустите меня, блядь, пожалуйста! Блядь! Перерос! Сука! 30! Чё-то такое, всё, выходы! Как тебе такой цвет настроения, уёбок? Пошёл ты нахер, ублюдок, ты меня задрал. Ты меня серьёзно задрал. Знаете, сколько я его записываю? Часа два я в него вот в этого носатого упыря залипаю, наверное. Ну ладно, может, чуть поменьше, но не намного. По-моему, самое время поставить мне побольше Лукасьяновых, подписаться на мой канал, на мой инстаграм, писать комментарии. Что-нибудь, какие-нибудь забавные, дельные, годные комментарии всегда приветствуются на моем канале, это вы помните, да? Ну там делитесь братюнями, чтобы знали, как надо убегать с ЕГЭ, ну вы понимаете. В общем, берегите свои линейки, подписывайтесь, включайте колокольчики. До скорых встреч, всем удачи всем. Пока-пока.